Знаменитости призвали потушить пожары в Сибири. Культура знаменитости призвали потушить пожары в Сибири. 17.33 РИА Новости. Нина Затина, рэпер Василий Вакуленко, Баста. РИА Новости, Нина Затина. Москва, 27 июля РИА Новости. Российские знаменитости записывают обращение к властям и к своим подписчикам, чтобы привлечь внимание к ситуации с лесными пожарами в Сибири. Посмотреть эту публикацию в Instagram. Публикация от Любовь Толкалина. Собака Толкалина Алиуба. 27 июля 2019 в 12:24. перейти Это катастрофа, которая происходит сию минуту. Я не знаю, что делать. Я предлагаю флешмоб. Сибирь горит, горит, айга. Потушите Сибирь, мир спаси Сибирь. Написала актриса Любовь Толкалина. Василий Вакуленко, Баста, рэпер. Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Много чего потеряно, но есть то, что еще можно спасти. Мы получили очень много комментариев, пожалуйста, не проходите мимо. Посмотреть эту публикацию в Instagram. Публикация от Виталий Радимов, собака Виталий подчеркивание мебель. 27 июля 2019 в 3.20. PDT. Бондаренко, актер поддержите информацией, может так мы сможем помочь людям живущим там. Это наша страна. Поддержите флешмоб. Друзья. Коллеги. Посмотреть эту публикацию в. Инстаграм. Публикация от. Станислав Бондаренко. Собака СТ подчеркивание Бонд. 27 июля 2019 в 6.9. PDT. Зверев. Стилист. Шаумин. Прямо сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке горит территория по площади, сравнимая с Бельгией. Помогите спасти Сибирь от огня и дыма. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Zverev Вопросительный знак собака зверя в Суперстар. 27 июля 2019 в 5.49. ПДТ. Соболев, Шаумин там смог такой стоит, что вообще непонятно будут ли потом функционировать легкие у людей посмотреть эту публикацию в Инстаграм. Горят леса в Сибири. Новости пожар сегодня Илья Соболев. Публикация от Айла Соболев. Собака Соболев. Подчеркивание тут. 26 июля 2019 в час 12. ПДТ. Ефимов. Музыкант ребят. Горит Сибирь. Мне кажется, надо спасать. Давайте поспособствуем. Подпишите петицию. Посмотреть эту публикацию в Инстаграм. Публикация от Ай. Собака Илья Ефимов подчеркивание Фичель. 26 июля 2019 в 2.29. Перейти. Кожевникова. Актриса. Мой директ завален просьбами, и я не могу пройти мимо и не поддержать жителей в Сибири, где горит уже более 2,3 миллиона гектар. Просто вдумайтесь в эти цифры. 2,3 миллиона гектар леса, пишет Мария Кожевникова, Вчера, 18.21 дождей в охваченных лесными пожарами районах Сибири пока не ожидается.